Неужели королю российской эстрады Филиппу Киркорову грозит до 8 лет тюрьмы? Болгарские композиторы подали в суд на певца за то, что якобы он украл их песни. Мне очень странно, почему люди вдруг по прошествии 20 лет поднимают эту тему раз. Я могу сказать, я тоже 20 лет на сцене, и у меня огромное количество песен. И мои песни, которые я пела 15-20 лет назад, у меня нет никаких документов и договоров с авторами, композиторами, потому что это было не принято. Извините. Нам предлагали авторы песни, мы их с удовольствием брали и исполняли. Только вот не так давно мы имеем сейчас договорные отношения с композиторами и с поэтами. Это так. И я хочу сказать, что на сегодняшний день по всем законодательствам мы, артисты, меньше всего защищены от вероломства бессовестных авторов, которые реально хотят просто наглым образом нажиться, не имея на это никакого права. Нет уж, давайте посчитаем. Работали столько, сколько работает Филипп, поверьте. У всех бы были и дома, спасибо. И виллы, и деньги. Катерина, правда, просто... Все платили авторам, которые работают сутками, которые в дальнейшем тексты исполняют певцы и певицы, то я думаю, авторы бы тоже хорошо зарабатывали и также жили бы в хороших номерах. Почему вы так не любите исполнить? Подождите. Я защищаю нормы права. Филипп, я очень хочу пожелать тебе здоровья и сказать, что все тебя любят безумно. И никто тебе в этой стране и в твоей прекрасной творческой семье, и в твоей реальной семье не дадим мы тебя в обиду никогда. И мы всегда будем рядом.